Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. «АвтоВАЗ» в третий раз в этом году поднял цены на свою продукцию. Правда, подорожал не весь модельный ряд, а отдельные его представители и отдельные комплектации. Но, что важно, цены преодолели отметку в 1 миллион рублей. Это, например, относится к седану «Веста» в комплектациях «Люкс Престиж» и «Эксклюзив», «Универсалу» «Веста СВ» в тех же комплектациях. Добавлю, самая доступная «Лада» «Гранта» сейчас стоит минимум 511 тысяч рублей. Трасса 101. Компания Renault оснастит все свои автомобили электронными ограничителями скорости. Они не позволят разгоняться свыше 180 км в час. Почему выбран именно такой порог, не уточняется. Французы ссылаются на статистику дорожно-транспортных происшествий, согласно которой более трети смертельных автоаварий происходит из-за превышения скорости. Добавлю, в прошлом году аналогичное ограничение применила компания Volvo. Трасса 101. А еще Renault показала новый бюджетный седан «Талиант». Машина, представляющая собой перелицованный «Логан», сделана на платформе, которая ляжет в основу всех будущих моделей Renault и «Лада» в нашей стране. Оснащается машина 1-литровым бензиновым мотором с наддувом либо без. Мощность от 65 до 100 лошадиных сил. Кроме того, не исключено появление 1,5-литрового турбодизеля мощностью 110 лошадиных сил. Трасса 101. Женщины-водители более ответственно относятся к техническому обслуживанию своих авто. Такой неожиданный вывод сделали специалисты международной сети автосервисов. Представительницам прекрасного пола авторы исследования поставили в заслугу то, что они, в отличие от мужчин, не покупают контрафактные детали и несертифицированные технические жидкости. Да, это увеличивает траты, но якобы не намного. Но, может быть, поставить вопрос иначе? Может быть, женщин просто легче разводить на дополнительные расходы? Трасса 101. Каждый пятый российский водитель, встретив на дороге автохулигана, начнет хулиганить в ответ. Например, постарается подрезать после того, как подрезали его. Опрос провело агентство «Автостат». 6% респондентов заявили, что будут всячески доказывать свое превосходство после перенесенного унижения. А вот 70% участников исследования просто выругаются и поедут дальше. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.